Всем привет! Вы с магазина Мажур, магазин товаров для рукоделия и творчества. Хочу познакомить вас сегодня с вот такой замечательной куколкой, Соней. Это набор для изготовления кукол от Новой Свободы. Кукла Нова. Вот здесь можно увидеть на коробке надпись. Вот так выглядит сама коробка. Здесь изображено, как выглядит лекало, что входит в набор. Описание на нескольких языках. В набор у нас входит лекало куклы, лен, лекало костюмов, обуви, аксессуаров, пряжа для прически, наполнитель, пуговицы, ленты, цыганская игла, инструкция. Сейчас мы с вами посмотрим. Аккуратненько снимаем верх. Здесь у нас крафт-коробка, мы ее открываем. Итак, что мы видим? Это у нас наполнитель. Он запаян, даже его нельзя открыть без ножниц, вакуумом запаян. Далее у нас вот это пряжа для волос. Так выглядит пряжа. Смотрим далее. Здесь идет цыганская игла. Вот она. Качественная, огромная игла. И вот как у нас выглядит все остальное. Это у нас лен. Смотрите, здесь идет прям печать по ткани. Лекал. Даже лицо у нее напечатано, то есть вам не нужно заморачиваться, чтобы рисовать лицо, придумывать что-то. То есть все готово. Единственное, чтобы я здесь добавила, я бы поставила реснички ей настоящие. Кстати, у нас есть реснички для куколок и для мягких игрушек. В одном из видео я о них уже рассказывала. Сейчас я вам их покажу. Вот такие вот ленточные реснички у нас есть. Сейчас я покажу их вам поближе. Есть в черном, коричневом цвете. Они на нитке. Тут 20 сантиметров нить, то есть оно вам подойдет не на одно изделие, а на несколько. Реснички из плюша, их можно отпаривать. В любом случае в упаковочке они помнутся, это ничего страшного. Реснички можно отпарить. И, соответственно, вот так бы для данной куколки я бы пришила реснички, чтобы она выглядела более естественно. Посмотрите, как сразу меняется очертание взгляда, но это черное, и для нее я взяла бы коричневое, так как у нее уже здесь есть коричневая стрелочка. Вот такие вот реснички. И такие же коричневые. Сейчас мы тоже посмотрим поближе. Данные реснички за одну ниточку у нас стоят 19 гривен. Одной ниточки вам хватит как минимум на 2 изделия, а возможно и больше. Они подходят также не только для кукол, но и для мягких игрушек. И вот смотрите, мы сейчас приложим к куколке, как это будет выглядеть. Смотрите, как у нее сразу начинает играть взгляд. Вот, смотрим с вами дальше наборчик. Вот здесь все напечатано. Расписано, какая линия за что отвечает. Это действительно лен, качественная ткань, очень качественная. Смотрим дальше. Это у нас одежда. Одежда даже проклеена, одежда плотная. Одежда тоже вся идет по лекалам, вам нужно только вырезать с инструкцией. И, соответственно, сшить. Я еще не досмотрела этот набор, но он мне уже очень-очень нравится. В очередной раз мои аплодисменты просто Новой Свободе.
их продукция очень качественная. Не подумайте, что какая-то реклама, что я получаю какие-то бонусы за то, что я рассказываю их продукции. Просто я заметила, что очень мало людей знакомы с их продукцией и не знают, что входит в набор, как он выглядит и что ожидать от продукции. Я начала снимать видео, и я сама получаю восторг от этой продукции. По сравнению с многими производителями, распечаткой наборов которых в процессе распечатки мне приходилось участвовать, эти однозначно просто мои фавориты. На данный момент да. Есть сумочки у этих кукол. Вот уже более плотнее ткань для сумочки. Все расписано, только вырезаете, сшиваете. Сейчас мы будем смотреть с вами наборчик дальше. Я верну иглу на ее место. Данный наборчик на сайте производителя стоит 705 гривен. При заказе у нас его можно купить за 680 гривен. Смотрите, здесь у нас ленточки, кружево, пуговички. Уже далее идет полностью инструкция по пошиву. Мы не будем сейчас в нее детально вдаваться. Думаю, если вы захотите сделать такую куклу, вы уже с ней ознакомитесь непосредственно в процессе работы. И последнее, что это инструкция, как создавать волосы. Вы посмотрите, насколько заморочился производитель, что он даже вам рассказывает, как вам сделать волосы, чтобы вы не тратили время на поиски информации, и у вас сразу получилось идеальное изделие. Ну что ж, опять мои аплодисменты. Повторюсь, новой Свободе, молодцы. Безумно качественная продукция. Кто-то считает, что дорого, но я вам скажу, в этом случае цена оправдывает качество однозначно. Кто хочет заказать один из наборчиков кукол, пишите. Это не единственная кукла, их порядка 15, если я не ошибаюсь, разных. Можно посмотреть у нас в Фейсбуке, в альбоме, он называется, так и называется, куклы. И там все варианты, которые возможны, они выставлены. Пока собираю упаковку, хочу вам рассказать о нашей акции. Кому-то рассказать, кому-то напомнить. У нас проходит акция на DMC ниточки сейчас. На оригинальное DMC. Не думайте, что оригинальное DMC только там, где оно стоит 25-30 гривен за моточек. Это слишком завышенная цена. Это огромнейшая наценка. Не рекомендую вам покупать за такую цену, потому что можно купить оригинал значительно дешевле. У нас ниточки DMC стоят 15 гривен моточек. И сейчас проходит акция. Вы покупаете 5 моточков, 6 получаете бесплатно. Кто сомневается насчет оригинала, приходите к нам в гости в магазин, я вам покажу оригинальную упаковку, в которой мы получаем эти ниточки от нашего поставщика, где можно ознакомиться со всей информацией. Есть в интернете сейчас масса информации о том, как сравнить оригинал с подделкой, даже коробку как сравнить, если знаете, это как с парфюмом. Поэтому приходите, знакомьтесь, хочу напомнить про наши ссылочки. Про наш интернет-магазин, первая ссылочка, ajurshopcraft.ae, нашу группу в Фейсбуке, наш Инстаграм. Если вы сейчас нас смотрите на Ютубе, заходите в одну из этих групп, переходите на наш Ютуб-канал Ajur, где мы рассказываем о всех наших изделиях, вернее, о изделиях производителей, которые мы продаем. Заходите к нам в гости в магазин. Всем хорошего дня, всем пока!